Когда-то тихая пешеходная улица сегодня не уступает оживленной городской магистрали. Речь о дороге на Новую Боевку, что на ВЧК. После того, как здесь открылся пикник-парк, местные жители все чаще жалуются на шум, пыль и дрожь в домах, которую вызывают проезжающие машины. Машины вот что по трассе идут, это меньше, чем шли сюда. 8 сюда, тут стоят, туда 6. Ну, люди шарахаются, это все снято. Для пешеходов вообще нету, а пешеходов было вчера тьма. Администрации о проблеме знают. С жителями лично встречались и губернатор, и мэр. Решение есть – оформить землю в городскую собственность, сделать там парковку, поставить светофор. Но это временная мера. На ближайшую перспективу необходимо обеспечить изъятие двух земельных участков с жилыми строениями для того, чтобы построить там уже в следующем году нормальную дорогу, двухполосную, с безопасным тротуаром и лестничными маршами. Проезд сейчас открыт, запрещен проезд только грузовому транспорту. Мною написано письмо по ускоренной схеме, чтобы мы пока взяли участок в аренду, который принадлежит РЖД. И второе письмо на передачу, безвозмездную передачу в собственность. Проспект Дереглазова вечером 16 мая в очередной раз погрузился во тьму. Шуток в соцсетях на этот счет немало, но жителям не до смеха. В многоэтажках не работают лифты, нет воды. Технические проблемы решили вручную, но будут искать вариант понадежнее. Договорились о том, что комиссионно с приглашением Ростехнадзора мы дадим рекомендации теплоэнергосбытовой компании и МРСК, как выстроить технически свои взаимоотношения, чтобы таких случаев не повторялось. Обсудили и дереглазовские ливневки. Сильный дождь, обрушившийся на город, на прошлой неделе буквально затопил улицы. Случилось так, потому что в свое время, когда город выдавал разрешение на строительство, к сожалению, в полной мере эти моменты были упущены при выдаче тех условий на строительство домов. Сейчас мы эту ситуацию исправляем. КПД готов в этом участвовать финансово, в том числе в проектировании. И надеемся, что в 2022-2023 году полностью построим там ливневую канализацию. Мы в феврале уже приняли их в казну города Курска. К сожалению, большинство из них просто у нас на балансе не числились. И передали, закрепили их за водоканалом. Сейчас прорабатываем техпланы и, соответственно, будем определяться по финансированию. Но уже они приняты и мы закрепили за водоканалом. А вот авария на Честных, о которой на выходных писали в СМИ, по словам Алексея Смирнова, фейк. С проверкой на место выезжали специалисты экологического комитета. Анна Пикулина, «События дня».